Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится по адресу улицы Байкальская, 422, жилой комплекс Сан-Сити. Как обычно, я вам быстро покажу квартиру в двух словах для начала, да, а потом уже поговорим подробнее. Точнее, покажу сначала планировку. Здесь у нас кухня, зал, вход в квартиру вот здесь. Здесь два санузла, комната свободного назначения и спальня. Ну, давайте по порядку, по месторасположению. Жилой комплекс Сан-Сити находится на выезде из города. Это микрорайон Солнечный. Солнечный – это самый экологически чистый, безопасный и, ну, такой семейный район среди районов города Иркутска. Ну и, откровенно-таки говоря, одни из самых дорогих квартир, если мы исключаем там бульвар Гагарина и прочее, то именно здесь. Квартир на аренду здесь практически не бывает. Все, кто покупает квартиры, покупают их для себя, потому что здесь это стоит достаточно недешево. Ну и по нашим субъективным оценкам, жилой комплекс Сан-Сити – это лучший жилой комплекс в Иркутске среди жилья комфорт-класса. Если мы отсекаем прям совсем тяжелый люкс, типа строящегося Corsa Residence и так далее, то на текущий момент Сан-Сити – нам кажется, один из самых лучших. Почему? Потому что, во-первых, располагается очень удобно, да, на выезде из города, рядом с микрорайоном Солнечный и на Байкальский тракт, и рядом Байкальский тракт. Ну и, конечно, из-за своей инфраструктурности. Хорошие школы, хорошие детские сады, все в доступности и закрытая территория двора, но об этом чуть позже. По квартире. На момент записи видео, а это у нас июнь 23-го года, квартира новая, в ней вообще никто не жил. Поэтому, возможно, вы будете первым арендатором, если вы это смотрите видео в июне. Если вы смотрите эту квартиру позже, 100% у нас уже кто-то здесь живет, потому что она сдастся очень быстро. Вот, вид мне здесь очень нравится. Здесь, получается, у нас эта сторона запада. Летом здесь закат будет прямо в окно. Очень классно, очень атмосферно и так далее. Дальше, здесь стоят хорошие стеклопакеты. И, кстати, обратите внимание, здесь очень прикольно сделана вот эта зона отдыха на... Как, господи, на балконе, то есть вот такое хорошее кресло, столик, здесь электрические полы с подогревом, ну и после вечера посидеть там, поработать или посмотреть закат вообще без каких-либо вопросов. Так, хорошие стеклопакеты, вот мы закрыли, и дорогу вообще здесь не слышно. Ну, давайте теперь по квартире. Квартира у нас вот такого формата же, с двумя отдельными спальнями и такой большой кухней. Кто-то называет это двухкомнатным, кто-то называет это евро-трехкомнатными, то есть называйте как хотите. Очень все стильно сделано, все подобрано по цветам, квартира в едином стиле сделана, это сразу чувствуется, то есть, как видите, например, в прихожей у нас идет вот такого цвета шкаф, и сюда он, получается, вот кухонный гарнитур полностью тоже выглядит именно так. Очень круто здесь сделан вот этот стол, то есть вот этот кухонный остров, да, он же стол, он очень классно отделяет зону зала от кухонной зоны, то есть, наверное, тут лучше придумать-то и невозможно было, очень красиво сделано, то есть здесь можно и покушать, и даже если у вас там какие-то придут гости, места хватит всем. Так все это выглядит, давайте с этой стороны подсвечу. Техника. Техника вся бренда Горения, то есть очень хороший бренд. Здесь также посудомоечная машина, конечно же. Это все у нас керамогранит или искусственный камень, я, честно, даже не подскажу, но такое ощущение, что это керамогранит. Вот, и здесь сделана у нас столешница тоже из керамогранита. Так, идем дальше. Чикс. Давайте начнем со спальни, наверное, продолжим. Квартира у нас, окна выходят на две стороны, это большой-большой плюс. За счет этого это проветриваемость, да, очень удобно. Ну и, соответственно, от жары, пока она в одной комнате, можно спрятаться в другой. Кстати, в той комнате у нас, в зале, да, с кухней, там у нас стоит кондиционер. Вид у нас здесь точно такой же. Оп, оп. Очень классно. Жалко, конечно, что я не могу вам передать... Запах, который стоит в квартире, это запах новой квартиры и вот этих классных диффузоров. Очень атмосферно тут, конечно, вот в новой квартире это всегда плюс 50 кайфу. Так, по санузлу. Санузел мне тоже дико нравится, как сделан. Во-первых, обратите внимание, какая идеальный запил у плитки. То есть здесь сделано все классно. Останется только сделать шторку тут, да. Ванна белая, чистая, аккуратная, красивая раковина, стильное зеркало. Вот такие изящные у нас светильники. И будем удивлять вас по порядку. Это у нас здесь идет стиралка вместе с сушкой. Классно здесь сделано. То есть у вас ничего, так сказать, вы не видите, что здесь что-либо есть. Спокойно открыли, загрузили, кнопочку нажали, закрыли. И, пожалуйста, система хранения также здесь. Так, и давайте теперь пойдем в санузел. Конечно же, там у нас электрические полы с подогревом. Здесь у нас в туалете также электрические полы с подогревом.
Так все это выглядит. Ну и чем мы еще вас удивим, так это тем, что здесь у нас, получается, есть бойлер. На случай отключения горячей воды, я могу ошибаться, но, по-моему, это бак на 50 литров. То есть хватит двоим людям сразу помыться, то есть без какого-то длительного ожидания. Очень хорошо, что это предусмотрели. Гигиенический душ. Инсталляция, кстати, я как домофон, на секундочку. Ну и вот наша вторая комната. Комната свободного назначения. На данный момент ее можно, конечно, тут использовать, ну, как сказать, обставим по вашему желанию. Поэтому, в принципе, готовы выслушать ваши пожелания. Так, ну и вот окна у нас здесь выходят на обратную сторону. Здесь покажу. Здесь входит, наверное, и арендатор у нас будет без детей. Но в любом случае проговорю. У нас полностью закрытая территория двора. Здесь три таких двора. Здесь и еще один за этим домом. То есть детская площадка здесь очень-очень большая. Застройщику за это прям огромное спасибо. Вот. Здесь у нас вид на точку будущего. И выглядывая из окна вот этой комнаты, складывается ощущение, что ты не в Иркутске. То есть как будто вы находитесь где-то в Москве. Вот, потому что здесь так чисто, аккуратно и прям максимально, конечно, дорого-богато, если можно так говорить. Ну, в принципе, показал все, что я хотел показать вам по этой квартире. Будем рады вам эту квартиру презентовать вживую и надеемся, что именно вы станете нашим новым арендатором. Спасибо.